В Самару доставили раритетные музыкальные инструменты общей стоимостью более 22 миллионов долларов. Амати, Гварнери, Страдивари, Гваданини, Вильома. На этих 5 скрипках сыграет Дмитрий Коган. Татьяна Пудова видела, как в Самарской филармонии представили раритеты. Дмитрий Коган может с закрытыми глазами определить, какая скрипка звучит по голосу. С ними не раз выступал на концертах. Инструменты, созданные итальянскими и французскими мастерами, самолетом доставили накануне. Но еще день им дали на адаптацию в тишине и покое. Прозвучит скрипка Антонио Страдивари. Он оставил после себя 1000 инструментов. На сегодняшний день насчитывается 500 скрипок. Одна из них прозвучит на этом концерте. Здесь же скрипка Гварнери дель Джезу Робрехт. Ее стоимость превышает 10 миллионов долларов. И ее звучание, конечно, необыкновенное, действительно согретое вообще теплом рук мастера и, конечно же, исполнителя нашего замечательного Дмитрия Когана, который так все лучшие стороны скрипки раскрывает. Инструмент хранится у музыканта. С покупкой этой скрипки фонд Коган рассчитывает вести моду на приобретение в России музыкальных инструментов такого уровня. Мы просто берем на себя ту социальную ответственность, которую, наверное, должен нести подобный фонд. И то, что фонд купил Гварнери, это больше такая показательная акция. У фонда огромное количество других инструментов, проще, и которые переданы разным людям. В дальнейшем фонд планирует увеличивать свою коллекцию. Будут решать, кому, как и за какие заслуги будут передаваться следующие приобретенные инструменты. Ограничиваться только скрипками не собираются. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.